Девчонки, скажите ваши впечатления о Владикавказе. Чудесный город, очень хорошие люди, добродушные, встретили нас, накормили. Все очень понравилось, спасибо. Ой, нам все понравилось, очень вкусно кормят. Не знаю, нам все время так хорошо относятся, по крайней мере, сколько мы здесь. На экскурсию куда-нибудь ездили в этот раз? Не успели, только в зале, только соревнования, смотрели. Участвовали. Ну, что у нас? Ну, завтра будет время, сходим, прогуляемся. А вы уже, наверное, заметили, да, местное вот это вот гостеприимство. А что вы можете об этом сказать? Это очень радует. Да, это у нас приятно. Такого нет. Мы сами из Санкт-Петербурга, у нас тоже хорошие люди, но здесь такое гостеприимство мы не ожидали, честно. Мы каждый раз сюда приезжаем, как в родной город. Какое-нибудь местное блюдо попробовали? Шашлыки и пироги осетинские, очень вкусные. А какие у вас планы теперь после чемпионата? Мы сейчас будем готовиться к Китаю, у нас там гран-при, и отбираться на чемпионат мира, Европы. Готовиться к следующему сезону? Да, готовиться к Олимпиаде. Надеемся попасть. Ну, скажите пару слов нашим зрителям. Спасибо большое, что поддерживали. Всех очень любим, целуем. Смотрите фехтование. Отличный вид спорта.